Всем привет, друзья и подруги, подписчики канала, просто зрители. Тема сегодняшнего ролика – алкоголь, синька, бухло. Дело в том, что многие из нас употребляют алкоголь и считают, в принципе, это социально приемлемым, нормальным. Так ли это на самом деле? Вот, и рассмотрим, можно ли вообще как-то бухать. То есть, может быть, по праздникам, в малых дозах для здоровья, настойки или еще прочие какие-то моменты. А вот. Сами так случилось исторически, что, наверное, выпил уже свой запас. Ну, в плане отмеренное мне до 26 лет. И вот с того момента, ну, бывают у меня такие проблески, что, а может быть, еще там поместится. Ну, в меня больше не помещается. И хвала богам, что этот момент настал. Вот, искренне вообще благодарен этому. И вот даже не представляю, и смешно, как я жил раньше-то, вот вообще, вот бухич. Вот. Не судите меня сразу, там, не думайте, что я там какой-то, не знаю, такое, что херню сейчас буду вам говорить. Вот. На самом деле, я хочу подобрать к вам ключик, чтобы вы открыли сознание и посмотрели на эту свою привычку со всех сторон. Что она вам дает? Садились ли вы и анализировали над ней? То есть, есть ли в ней вообще какие-либо плюсики-то? Плюсики, где там плюсики? Что дает вам плюсики? Просто вчера видел в бане, короче, пришли две пары, ну, как бы, и дети. И вот, ну, дамы, как бы, трезвые, с детьми все вышли. Мужики же такие, ну, видно, мужики оторвались, а прям. Вопрос, в чем оторв-то ваш? В чем отдых-то заключается? Вам потом опять отдыхать надо? Потратили денег просто впустую, как дети куверкались, там разбили бутыльки какие-то там. То есть, хорошо, если, ну, жены, как бы, это просто нейтрально, как бы, ну, примут это. А если там будет дома еще скандал будет? Ой, господи, зачем это все? Это ж прям, ну, такой клубок закутывается с этого всего. А все почему? Потому что, ну, у человека под алкоголем рассеянное внимание. И, в принципе, ну, тот раздражитель, который на него попадает, он, ну, так и реагирует. То есть я вот, например, бухой, я раньше помню, ну, мне бушлат срывал и шел там, ну, что попало делать. Ну, когда агрессивная ситуация была, ну, что там только не было. Со мной с пьяным, слава богу, все позади, жив-здоров. Только вот, ну, без зубов остался. Ну, дело наживное. Вот. Так вот, давайте рассмотрим пивной алкоголизм, да? То есть, ну, многие из людей после работы, ну, любят выпить, ну, а почему бы нет, бутылочку пива. Я сам помню, как я возвращался с работы. Ну, вот еще тут один момент, как бы борьба с авторитетами, или как сказать, то есть. А я созваниваюсь там с женой, говорю, да, любимая, иду там. И она такая, типа, не вздумай пить. И ты тут думаешь, блядь, вот что она мне указывает? Простите меня за мат, я, в принципе, не выражаюсь, вылетела дальше, надеюсь, не будет. Ну и вот, мысль потерял. Короче, идешь и берешь самопроизвольно просто бутылочку, и пока идешь домой, всасываешь ее. Вот. И, конечно, мысли сразу деструктивные, ты уже понимаешь, что ты придешь сейчас, то есть тебя унюхает, там начнется там какая-то это, то есть там выяснение, кто что делает, то есть вот этой терке, зачем оно надо вообще. И даже не страх вот этого, не вот эта позиция, даже если тех, кого принимают, да, то есть жены алкоголиков, ну и приходишь ты, ну ложишься ты у телевизора, то есть посасываешь пивочко такое, и смотришь там любимый футбол. Ну, как бы ты там... Блядь, сука, надо перестать.